Я очень много читаю. Знаете, я не очень люблю вопрос, какая книга изменила вас, потому что одна книга, ну не может одна книга поменять мировоззрение. Но очень важен момент, когда мы ее прочитали. Очень часто берешь книгу, она не идет, да, у вас тоже бывало, у каждого из нас бывает. Вот берешь, она, ну вот не, она не идет. Через некоторое время отберешь, она вот куда надо, на полочку она легла абсолютно. Наверное, это направление книг, когда ты начинаешь в одном направлении уже читать, и вот одна книга, вот один раз читаешь, да, вот да, я так знал. Как у меня на семинарах, я говорю, я не открываю Америку, но нужная информация, сказанная в нужное время, в нужном месте, нужным человеком, она нас меняет. То же самое с книгой. Мы можем прочитать, и ну я это и так знаю, но что я не знаю, то потом второй раз я это знаю, но я уже начинаю об этом думать, третий раз я уже начинаю думать так, четвертый я уже так живу. Поэтому скорее очень много книг по позитивной психологии, о том, что мысли материальные, всему такому. Но сказать, что одна книга, не знаю, очень много книг я рекомендую после семинара. После каждого семинара у меня есть ряд книг по теме, которые я рекомендую прочитать, которые я, естественно, прочитала, изучила и считаю интересными для восприятия.